Здравствуйте, я Щеглова Наталья Владимировна, учитель физической культуры школы номер 338 Юго-Восточного административного округа, район Люблино, город Москва. Сегодня я вам расскажу о безопасном построении урока физической культуры по легкой атлетике. Прыжок в длину с разбега. От того, насколько грамотно методически будет построен урок, зависит безопасность учащихся. Перед началом урока обязательно готовим сектор для прыжка. Место отталкивания должно быть сухим, не скользким, без лишних предметов. Сама яма обязательно разравнивается, либо перед этим предварительно перекапывается, потому что высота подушки должна быть либо 20, либо 40 сантиметров. Поверхность идеально ровная, без также посторонних предметов, без веток, без листвы. Урок начинается с организованного выхода на спортивную площадку. Все передвижения и действия на площадке осуществляются только с разрешением или по команде преподавателя, или по звуковому сигналу. Первая часть урока – разминка, легкий бег по кругу по сигналу. В разминочной части после легкого бега мы используем общеразвивающее упражнение. Так как у нас прыжки в длину, акцентируем больше разминочную часть на нижней конечности, на ноги. Очень важно размять голеностопные суставы, переднюю часть бедра. Для этого мы используем как можно больше прыжковых специальных упражнений в разминочной части. Очень важен подбор специальных упражнений, которые осуществляются в движении, специально прыжковые упражнения. Очень важно чередовать нагрузку, интенсивную, с паузами отдыха и растяжки. Прыжок в яму начинается только по сигналу преподавателя. После прыжка сектор закрывается, для того, чтобы можно было разровнять раму граблями и приготовиться к прыжку следующего ученика. Отталкиваемся. Умница. Приземляемся. Открываем сектор. Молодец. Приземлением. Сгибанием колен до конца. Молодец. Умница. При методически грамотно построенном уроке он будет безопасным и результативным.